В нашем городе впервые в мире был создан синтетический каучук. Основоположником его промышленного производства стал академик Сергей Васильевич Лебедев. Имя этого выдающегося советского ученого присвоено Всесоюзному научно-исследовательскому институту синтетического каучука. В его лабораториях впервые были разработаны и методы производства современного изопренового каучука. Сейчас в нашей стране его выпускается больше, чем во всех капиталистических странах вместе взятых. Ученые и специалисты стремятся умножить свой творческий вклад в решение важнейших народно-хозяйственных задач, определенных 26-м съездом партии. Синтетические каучуки поистине вездесущи. Они применяются практически во всех отраслях промышленности. Для производства обуви, изделий для нашего быта, для изготовления таких тончайших деталей, как искусственные сердечные клапаны. За большой вклад в развитие промышленности синтетического каучука, в создание полимерных материалов, институт награжден орденом Ленина. Его вручил коллективу министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР товарищ Федоров.